на Южном пруду. Сегодня 15-е. Видишь, зацепило. Нет, нет, ты не дави. Надо по порядку брать было. Давай, давай, по порядку. Стоп. Надо сейчас длинные вывести. Слеги, как бы жерди. Берите. О, он у меня вплотную надвинулась. Аккуратно. Ну, команду, Игорь, сам. Роман малыш тут. Игорь Барабаш приехал. Это на другие пруды слеги. Давайте вон ту. То, что мы здесь, это мусорное берем. Ни одной в лесу лисины мы не брали. А это на болоте наросло. Во! Вот эту самое главное вниз. Бери. О, Никита. Ему как-то помочь бы надо там, с той стороны. Разворачиваем или как? Давай, да. Во, попятился я. Разворачивай. Ладно. Вот же наша деревня. Вот она метров 8 слега. И она пойдет у нас на важное дело. Видите, все свое, вся техника. Длиннющая, да? Вот так. Поробить, только придавить. Давай следующую. Берите вот эту вот. Берем. Дружно ребята работают. А я с этой стороны подойду, сейчас покажу, какое будет озеро здесь. Озеро настоящее, не просто пруд. Ну тут еще углубление. Вот везде бульдозер работал, прервали работу 21 год назад. Видно вот она, следы какие. Ну тут еще сыровато. И вот это полтора, одна сторона и вторая половина береза белая. Мы освободили от клена, от кустарника много. Вот, а дальше идет осинник. Осинник, полтора, там с полстороны. И это, и дальше, вот главное, где эта дамба, тут березы, 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 березы. То есть очень красивый выход, только один небольшой вот здесь вот. Это вот что копали нынче, это все надо будет засыпать, утрамбовывать. Видите, какие воду выпускали, какая глубина, ширина. Все вручную. И два таких канала вырубили, и он туда... Под березу вон от, дальше отсюда идет метров 40. И все копали, корни рубили. Видите, для чего показываю? Кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Почему такой эпиграф и взял? Городские люди не знают. Руки в карманы стоит. У нас такое есть. А это нет. Вот. Скосили траву, дождь пошел, пропало. А теперь где брать? Вот эта техника была. Выставка на вчера, 14-го, в Барнауле. Игорь Барабаш сильно хвалит, как организован. Наконец, наша промышленность оживает. Там Рубцовский, не знаю, там Криворотов Владимир Иванович имеет отношение. Нет, но это специалист, директор. Вот так. Мы с Терентьем когда брали, так мы вот так стояки поставили и высоко наложили. Ну, сейчас мы, ты занят, и... Ну, хотя бы до бортов наложить, и то хорошо. Вот перекинем. Сейчас она зацепилась. Видите, как надо толстым концом заехали. Не поймешь, она что-то я. Набросано. Так вот. Солому в прошлый раз привезли, она нам сгодится. Саманить будем глубокие траншеи. Так. Наверное, это только один пруд. Южный. О нем медленно материал набирался. Давайте оттуда. Не, Никит, давайте ее тогда уберем так хотя бы. Тот хвост пойдет. Что, вот этот? Ух ты, и этот длинный. Еще. Так поднимать, с этой стороны надо поднимать его. Вообще длинный. Просто зайти. Давай пока возьмем. Вот так. Руки. Да не трогай ты ее. Хочешь руку сломать мне. Вверх?
Виталий отдал сегодня в Лужко Нине Александре, там что-то отмузку делать. Еду мимо, я говорю, ну довольно, довольно, корми его теперь. А мне чужие, говорю, работников зачем кормить? Вот так. Так тяжело, да? Сегодня погода такая, не жаркая. Все содействует тому, чтобы... Вот так. Там, берите его. Переворачиваем? Да. Толстым концом поворачивать вперед. Комарик надоедает. И вот вокруг это береза огромная, огромная. Место красивейшее. Плодородная земля. Вот березы. И даже видать отсюда три березы. 4, 5, 6. Ну просто огромная. С нее соку тут бочка можно набрать. И опять же покажу, вот сколько мы тут работали. Очень долго убирали кустарник, трудно было. И тут вода, в воде все позади. Позади главная работа. Теперь только убрать, поднять для бульдозера, чтобы заход был. И все, можно нанимать технику. Ищем драглайн, чтобы мог он на другом пруду работать. Ну не знаю, старые говорят, сегодня такой техники нету, пруды чистить. Возьмите у него, что он один коряжется. Вот так, все. Вот длинные не могли вытащить. Опять призвали помочь. Вот так, пополам. Все уже мы очистили. Бульдозер будет через несколько дней, сказали так. Уже договорились. Ну, правда, нынче как-то успешно с Барнаулом договорились. Бульдозер и прошлогодний тут. Он тоже согласен. Пригонит. Слава Богу. Ребят не видать. Ну, как это медлительный летает. Так. Иди стой, говори ему, где пилить, чтобы поднимать можно было.
А то потом не можем. Чтобы там длинные, толстые, покороче были. Смотрите, какой вал сделали. Это 21 год делали назад. Пруд старый возобновляли-то. И он зарос, вот только ямка осталась. Помешал тут был милиционер. Надел костюм свой военный, подполковник, дружинин Геннадий Петрович. Ох, и злодей был. Какие пакости не писал. В прокуратуру района приехал, а там прокурор был Риферт Юрий Николаевич. Он показывает целая пачка документов против нас. Кого-то ограбили, отняли, организация какая-то там. Ну, то есть, он говорит, а что ж дела его не возбуждаете? Да бред один, говорит. Бред. А я вел занятия в разных районах милиции города Барнула, 5 отделов, городской и краевой, несколько лет. Я один там у них был. И тамошних сотрудников нашел Ленинского района. Они говорят, да он такой сквалыжник и был. Вот. А этот пока не трогать. Теперь дальше. Это тоже? Да. Ну, это, знаешь, в конце в самом, отрежь там. В самом конце. О, давай, режь. И вот этот тоже. Вот и отрежь. Да. Это вынести надо будет. А вот эту полностью изрежь. Всю. Тут нечего. Берите подвоз. Ну, иди быстрее. Ну, рукавец, он говорит. Ну, шагни быстрее маленько-то. Виталий, берите, который потяжелее с Никитой. Потяжелее, с того конца. Глянь. Вдвоем берите. Вам удобнее будет. Пополам. И там тоже перепилить. Пруд должен быть очищен. Вот эти все пни корчевать будут. Это сорное дерево тут наросло. Так, вон сюда перейти. Где-то у меня было, ладно, остановлю все, все это. Это сделаю. Все, выключай. А там еще вот. А, ну давай. Это вот эти? Да, это тоже все перепилить надо. Одну отпили. Да. Вот это внизу-то я не знаю, там-то маленько утащим. Вот эту вот тоже щикни.
если, да, вот эту поперечь. Да. Ай! Вот эту вот, вот. Ну, сломают. Все на этом. Теперь надо вынести только. Так, ладно, подожди. Выключи пока. Очищение идет пруда. Бульдозер должен прийти на днях. Видите, как сколько, какие чурки. Вот эту можем маленечко как-то подвинуть чуть-чуть, вот эту крайнюю. И вот эту убрать. Давай ее. Да, ну да, рядом можно забросить. Давайте, ну, помоги там. Давай, раз, два, три. Вот, а теперь вот эту гнилушечку убрать из-за дерева, чтобы тут земля была, а не дыра. Вон туда за пень прямо куда-нибудь. Помоги через пень кинуть. Раз, два. Маленечко перекинь туда. Чуть-чуть гнилье возьми. Так, Никита, на-ка, покажи вокруг, мы поблагодарим Бога. Посмотри, цифры бегут. Так, братья, пойдемте на плотину. Так, кто хочет помолиться, помолитесь. Я три поклона сделаю и своими словами помолитесь. Большая работа сделана. Обведи вокруг. Давайте вон туда подальше отойдем. Подальше, чтобы видно было. Подаем-ка сюда. На днях должен приехать начальник и определить фронт работ. Вот, посмотрите, какое озеро. Озеро настоящее. Ну, вокруг видно, он покажи там, где березы. Вал, приблизь его. Это видно, что мы тут на болоте работаем-то. Чтоб кто не придрался. Это болото. И вот тут, вот оно, вал идет. И была приостановлена работа. У меня три бульдозера работало. Это лет 21 год примерно. И милиционер остановил. Пришел в форме подполковник. А может там стратегический кабель на дне остановить работу. Но, видимо, Бог все-таки его коснулся. Когда работа остановилась, он прибежал в деревню, а у меня мама все время молилась. Он забежал. Мария Егоровна, что я наделал-то? Я работу остановил, это, наверное, черт меня туда занес. И дальше он полностью сошел с ума. По деревне бегал среди зимы и кричал, спасите меня, Игнатий меня убить хочет. Ему говорят, так он в городе. Нет, я его здесь видел. Но он лечиться любил. Корешок хрена на 3 литра спирту. Господи, слава тебе. Боже, милости будь мне грешному, создав мне, Господи, помилуй меня. Вячеслав, если грешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. И благослови это место. И всех, кто здесь будет, благослови власти, патриарха, духовную и мирскую власть, чтобы продлился еще мир на земле. Даруй мир в сердцах людей. Умягчи сердца врагов наших, которые не дали до конца быть в детском лагере. В судный день невменимые безумия, которые не хотят трудиться. И не понимают этого, что они недостойны хлеба насущного, что они должны работать с преступниками, а не ловить детей и пугать их. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой, Дух, аминь. Благодарю, Господи, за всех этих друзей, за Виталия, Никиту, Андрея, Владимира, и кто здесь был, Василий, Алексей, все помогали. Очень сложное было, это большой объем работ, и Господь нас благословил. Да будет это место благословенное. Это лучшее озеро. Смотрите, идет один березняк, дальше один осинник, и выход только вот один. Клен растет. Это вообще, когда здесь комара почти не будет. Это болото дало. А когда хорошая рыба будет здесь, так ничего не будет. Здесь было маленькое, мы купались маленькое, называлось КТФ, Конно-Танова товарная ферма. Я пеленки стирал тут, бегал. 5 лет, на мне 2 ребенка. Никого в комнату не запущу. И вот Господь вывел, наконец, на свет кровавый на Голгофу, где я обратился 27 сентября 62 году. Так, помолитесь, поблагодарите Бога, кто хочет. Виталий, молись. Слава тебе, Господи, слава тебе за то время, которое я провожу здесь, в Потеряевке. Благодарю тебя, слава тебе. Помолись, Андрюша, хочешь? Господи Боже, благодарим Тебя за эти милости к нам, что дал силы нам,
трудиться и работать, ибо многие этой возможности не имеют. Слава тебе, Господи. Усмири всех врагов наших. Аминь. Володя, хочешь помолиться? Благодарим тебя, Господи, за все щедроты твои, за все благодеяния, которые совершил ты за нас грешно. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, стой здесь, Андрей. Держи, я сейчас возьму. Никита, помолись. Так, ну вот, подержи тоже. Кто не пойдет, не забудьте, топор у нас здесь лежит. Там еще вода у нас. Сейчас. Никита, сотвори молитву. Ты много тут работал. Вы с Виталием, Володя не может сегодня занят там. Вы копали здесь траншеи, выпускали воду. Первый, самый большой труд был с вами. Поблагодари. И Виктор Савченко. Благословен Господь, который дал мне возможность приехать далеко от дома и потрудиться на развитие настоящей православной деревни, безвозмездно, ожидая награду на небесах. И за весь опыт, который я здесь приобрел, за все, что мы научился, за тех новых друзей, братьев и сестер, которые я здесь нашел себе, за это новое место, за все благодарю Господа, ибо Он очень милостив ко мне грешному, что позволил мне оказаться здесь. Да не покинет меня во все дни оставшейся моей жизни и сопроводит меня ангелом-хранителем до Царства Небесного. Хвала тебе, Господи Боже наш, Иисус Христос. Аминь. Так, я возьму фуражку. Андрюша, бери весь инструмент. Так, посмотрите, кто что забыл здесь в прошлый раз. Сегодня взять можно. Я вот это возьму, а костюмчик поднеси мой. Так, помоги мне на руку надеть его. Видите как, вот таких сколько мы кладок сделали из дровяника. Ну, кому надо, тут возьмут, когда будет здесь. Первым делом он пройдет вот по этой дамбе. Ну, а там сколько Бог поможет. Там три пруда. Сначала обиходим мы их. Это четвертый. Один прошлогодний и три новых. Богу слава. Аллилуйя. Аминь. Вот идет запись. 9 августа. Идет дождь. Во время дождя мы пришли на южный пруд. Вот он, все эти деревья, которые наросли за 21 год, когда милиционер тут прекратил работу у нас. Вот он сейчас их выкорчевывает. Прошел по трассе, это по дамбе. Думали, сегодня вообще не удастся работать. Ну, дождь идет, что сделаешь? Да. Все выворачивает. Снимать-то нельзя никак. Дождь идет, отхожу. Вот он уже сколько наковырял. Одни корни торчат. Находимся на южном пруду, южном, углубляет он русло. Вот это вот лес, который он так выглядит.
еще и с корнем. Корень, с каким корнем-то, я еще больше моей руки, посмотри, корень только какой, я бежал отсюда. Вот так идет, такая куча, как пней, и как он ее поддевает, интересно, под низ, теперь дальше давит, вот она куча вся полезла. Ну вообще, селище страшное. Вот он, поволок все. Еще и кверху поднял. А то говорили, не надо делать, и тут тонет трактор. Не утонет, потому что молится. Петр апостол не утонул же, Господь руку протянул. Показать с этой стороны только, вот смотри, наворочился. Молодец. О, там какая яма-то у него оказалась.